он выглядит пока сейчас, и потом я его покажу, как он будет выглядеть уже после сбора ягод. То есть веточки все поднимутся, сейчас им тяжело, и поэтому они опущены вниз. Всем доброго дня, дорогие мои подписчики и новые зрители. Ну вот, и созрела у меня красная смородина. Ее я для себя называю «Глаза боятся, руки делают». А все дело в том, что, как видите, урожай очень большой, смородины очень много. И ее не очень приятно собирать, потому что трудоемко, очень трудоемко. Если по ягодкам собирать, отдирать по ягодке, то мытье ягодок для употребления, некоторые ягодки могут полопаться, то есть если вы будете по одной ягодке собирать. Вот. И поэтому, я не знаю, может, кто-то так и делал. Так... У меня просто никогда не было деревни, дачи. Вот. И я приспособилась, очень уставала ее собирать, и я приспособилась ее просто обыкновенными ножницами обрезать веточки. Вот. И я просто ножницами беру, опа, и она у меня падает прям в миску. Ну, я, конечно, можно и сесть, посидеть. Вот. Ну, конечно, очень такая трудоемкая ягода, потому что потом ее надо будет снимать вот с плодоножки. Плодоножку отрезать. Но она того стоит, потому что красная смородина очень эффективна, очень спасает, как средство жаропонижающее. Поэтому я всегда компот из красной смородины оставляю, как НЗ, на запас. Не просто как полакомиться, а на случай заболевания кого-нибудь из членов семьи. То есть сразу очень хорошо спасает, как натуральное средство во время простуды, вирусных заболеваний. Наряду с красной смородиной я еще собираю белую смородину. Сейчас я покажу. Вот моя белая смородинка тоже уже. Она как раз, когда красная и белая вместе созревают в одно время. И я из них готовлю, соединяю их вместе и готовлю компот. Очень вкусный и приятный компот. Потому что белая смородина, она все-таки как-то не очень... Вкус выразительный у нее, как красный. Вот. А так можно вообще сделать ассорти красный, белый, черный, смородина. Черная тоже некоторые ягодки поспевают, можно и позаимствовать оттуда. Ну вот. Так что сейчас соберу и буду варить компот. Если кому интересно, как я варю компот, у меня один универсальный метод, его только и придерживаюсь. Он мне очень нравится, быстро и надежно.
Ну все, вот и красную смородину я осилила, ягодки собрала. Ну, остались там по мелочи такие розовенькие, которые вот такие совсем, ну, совсем немножко. А так уже все, я говорю, веточки поднялись. Все, пускай пока тоже отдыхают. А я пошла делать заготовки из красной смородины. Ну, всем пока. Спасибо, что посмотрели мое видео, посмотрели мои сборы ягод. Если кому интересно, подписывайтесь и продолжайте смотреть мои новые видео. Для этого нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, всем пока. С вами была Светлана на своем канале «Светлый обзор».